Здравствуйте, меня зовут Максим, и я представляю вашему вниманию погружной блендер 4 в 1 от Philips. Блендеры сильно облегчили нашу жизнь. Теперь не нужно тратить уйму времени на измельчение или смешивание. Смузи, соусы, пюре. Достаточно просто погрузить все ингредиенты в блендер, нажать на кнопку, и через несколько минут все готово. А данная модель – это еще и простой способ придерживаться правильного питания. Проверим. Одно из главных преимуществ прибора – мотор. Его мощность составляет 800 Вт. Он обеспечит необходимую мощность и скорость для приготовления различных блюд всего за несколько минут. Чтобы достичь более быстрого и эффективного смешивания, была создана технология ProMix. Она разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета. Это специальная насадка треугольной формы, которая обеспечивает оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня. Не хватает мощности для смешивания? Воспользуйтесь специальной технологией Speed Touch. Нажмите кнопку включения турборежима. Ничего дополнительно настраивать не нужно. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорость, которая вам нужна. Все просто. Эта модель называется 4 в 1. Почему? Потому что в комплект входят 4 насадки. Венчик, измельчитель XL, стакан для смузи, овощерезка Spiralizer. Но самое главное, все аксессуары легко меняются одним нажатием кнопки. Особенно эта функция пригодится при приготовлении сразу нескольких блюд. А благодаря эргономичному дизайну рукоятки, держать блендер в руках приятно и безопасно. Давайте рассмотрим каждую из насадок повнимательнее. Венчик подходит для взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов. Измельчитель XL сэкономит ваше время и силы. Он легко и быстро порежет такие ингредиенты, как мясо, овощи или фрукты. А это уникальный спиралайзер, позволяющий нарезать фрукты и овощи на длинные ленты и спирали. Он разнообразит ваше меню и поможет питаться минимально обработанными продуктами. В вашем распоряжении три формы – спагетти, лингвини и спирали. А это стакан для смузи on the go. Вы сможете смешивать свои любимые смузи прямо в нем и брать его с собой. Ведь благодаря встроенной системе защиты от протеканий можно не волноваться о том, что он протечет у вас в рюкзаке или сумке. Овощные брызги на столе, а может даже на стенах, вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует вам максимальную чистоту по окончании готовки. А сейчас мы с вами приготовим салат радуги, и вы увидите, что готовка с блендером от Philips превращается в сплошное удовольствие. Для него нам понадобится оранжевая морковь, желтая морковь или желтая свекла, фиолетовая морковь или свекла, цукинь, зеленый или желтый, яблоко сорта Granny Smith, красный салат латук и яйца. И какой же салат без заправки? Для нее вам нужны сок лайма, масло из винограда, косточек, нежирный йогурт, мед, горчица, укроп и щепотка соли. Начнем с заправки. Выжмите сок лайма в измельчитель и смешайте его с маслом, йогуртом, медом, горчицей и укропом. Доведите до однородной массы. Заправка готова! Теперь переходим к салату. Салат латук промойте и высушите. Яйца сварите и залейте холодной водой. Возьмите овощерезку Spiralizer. Вымытые и очищенные морковь, свеклу, цукини и яблоки нарежьте с помощью спирального ножа, используя диск для приготовления лингвини. Смешайте разноцветные ингредиенты в большом салатнике. Добавьте салат латук и заправку. А яйца очистите, разрежьте пополам и украсьте ими салат. Погружной блендер 4 в 1 от Philips – это удобный способ правильно и вкусно питаться. И самое главное, не нужно тратить время на готовку. Удобный герметичный контейнер позволяет взять еду с собой, да еще и сэкономить деньги на обед. Выгодное вложение? Хотите уже завтра побаловать себя малиновым смузи по дороге на работу? Закажите на eldorado.ru и заберите в магазине через полчаса. На этом все. Я с вами прощаюсь и вместе с Eldorado желаю вам больше приятных и полезных покупок.